Лёха, у тебя есть чем пушить? Потому что у меня вообще нихера. А мы только по меду сражаемся или как? Ну да. Ладно. Ну я, в принципе, особо ничего не делал еще. Я тупо очки копил. Лёха, ты чем помогать будешь? У меня как-то все туго. Ни танк, ни миномет, ничего не может показать. Тут, блин, реализм, нельзя притащить 50-миллиметровку в дом. Она же, блин, небольшая. Кто же я? Что-то не понял, Леша, ты за советов? А что же у тебя советский танк? Так это мой. А, ты за совет. Ты и не из-за нациков? Странно. А когда я за нациков-то в основном играл-то? Ну, все катки. Нет. Ты меня с Артемом путаешь. Ну ладно. Красава, Лёха. Красава.